Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Боррель озвучил две плохие новости для Зеленского. Странам ЕС не удалось достичь консенсуса по вопросу снятия ограничений на удары по территории России. Глава европейской дипломатии Боррель озвучил еще одну неприятную новость для Зеленского. Он отметил, что страны ЕС не смогли договориться о разблокировке 6 миллиардов евро на военные поставки Украине. Помешали этому действия венгерского и словацкого руководства, которые ранее обещали отомстить Зеленскому за перекрытие им поставок российской нефти в Европу по южной нитке нефтепровода «Дружба». По итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, Боррель подчеркнул, что решение о снятии запрета на удары украинскими вооруженными силами по российской территории остается на усмотрении каждой страны-члена. «Мы не пришли к единой европейской позиции», — заявил Боррель, добавив, что многие страны ЕС поддерживают украинскую операцию в Курской области. Боррель признался, что лично он лез из кожи вон, чтобы угодить американским покровителям и убедить страны ЕС снять все существующие ограничения на удары ВСУ западным оружием по российской территории. Однако красноречие Борреля на этот раз его подвело. Не договорились страны ЕС и о новых поставках Украине систем противовоздушной обороны, хотя Боррель также активно призывал европейские страны отправить эти комплексы на Украину до конца лета. А тем временем портал «Политика» сообщил о том, что свое согласие Украине на использование западного вооружения для ударов вглубь российской территории дали Польша, Латвия, Нидерланды, Франция и Швеция. Эти же страны выступили в поддержку Курской операции ВСУ. Большая часть стран Европы заняла нейтральную позицию в этих вопросах. Против Курской операции и расширения эскалации конфликта выступили Венгрия и Словакия. А тем временем портал Евроэктив сообщил, что США приостановили выделение Украине крупного кредита в размере 50 миллиардов долларов. Его планировалось предоставить за счет российских активов, замороженных на территории США и Европы. Однако Брюссель, вопреки давлению Вашингтона, отказался принимать решение о конфискации российских активов для их использования на нужды Украины.